Привет! Привет! У нас сегодня меловая доска с ржачком и морковкой. Да, Ульяна сейчас распакует. У нас сегодня замечательный набор для творчества от производителя детских игрушек «Ракета». В наборе у нас что? Вот. Ржачек и морковка. Да, набор вот такой вот замечательный. Есть разные виды. Ага, догоняй. Есть разные виды. В набор входит у нас акриловая краска, меловая, губка и две вот такие замечательные заготовочки. На что похоже, Ульяночка? Это что за заготовочки? На морковку и на ржачика. Да. Также есть мелочек, инструкция. Морковку мы сделаем по трафарету, а зайца мы закрасим полностью, да? Да. Ага, отлично. Вот такие у нас получились доски для рисования. Но это только первая стадия. Теперь самое тяжелое. Это нужно подождать время 30 минут, 60 минут, как показано, как написано в инструкции. А потом нанести второй слой. Вот такая у меня получилась картинка для рисования. Да. Вот так выглядит доска для рисования, когда краску наносишь в один слой. Сейчас нам Ульяна попробует что-нибудь... На морковку нарисуем два. Можно. Напиши нам что-нибудь на зайчике. Так. Ага. Так. Показывай, что ты написала, я тебе помогла. 10 баллов за игрушку. 10 баллов за игрушку мы оценили по 10-бальной шкале. Самый высший балл поставили. Теперь мы наклеим вот такие вот магнитики. Эти доски можно будет уже примагнитить к холодильнику. Да? Угу. И на них писать себе друг другу записочки какие-нибудь. Давай, клеим своего зайца. Теперь, оп, давай. И теперь на своего зайчика начинай примагничивать вот так вот, вот поперек, чтобы вот так, давай, чтобы он хорошо потом держался на холодильнике. Да? А ну хорошо приклеил. Вот. Вот так выглядит доска спереди, вот так сзади. Теперь мы будем на них рисовать. В один слой вполне можно рисовать. Класс! Пока! Пока!